В Москве состоится международная выставка «Форум Россия». На ней будут представлены важнейшие достижения нашей страны в различных отраслях экономики и социально-культурной сферы. Программа выставки насыщена, помимо деловой части, будет культурно-развлекательная. Мероприятие направлено на дальнейшее международное сотрудничество России. Чем удивит Карачаево-Черкесия, расскажет Альбина Ламкова. Исключительность и превосходство России. Подтверждением этого факта станет международная выставка «Форум Россия». Она состоится в Москве по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. На ней представят достижения в различных отраслях экономики и социально-культурной сферы. Каждый регион нашей страны расскажет о своей уникальности. Стенд Карачаево-Черкесии планируют разбить на 3 зоны, где можно будет узнать о самобытности, достижениях и возможностях нашей республики. Воздух, можно пить. Все отлично, все очень нравится. У нас Россия большая, мест много. Пока это самое красивое место. Да, пока да. Из всех, где мы были, в России. Карачаево-Черкесия по праву считается одним из старейших регионов России по развитию туризма всесезонного. Удобное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, обилие природных и многих других туристических ресурсов, густая населенность предгорий и гостеприимство местного населения делает Карачаево-Черкесию регионом одним из наиболее привлекательных для посещения туристами. Поэтому в концепции выставочного зала одной из зон стала ближе к горам. В ней представлено уникальное многообразие природы нашей республики. Богатство нашей многонациональной республики – это люди. Каждый народ заслуживает внимания своей необыкновенностью и колоритностью. Быт, кухня, культура и традиции – все это представят в зоне ближе к людям на международной выставке форуме «Россия». Карачаево-Черкесия по праву считается астрофизической столицей России. Высоко в горах, между станицей Зеленчукской и поселком Архыз, на высоте 2100 метров над уровнем моря, расположен самый крупный астрономический центр. В нем используют уникальное оборудование. Его применение позволяет ученым изучать далекие звезды и галактики. Для того, чтобы гости могли прочувствовать масштабы специальной астрофизической обсерватории РАН, разрабатывают удивительный макет Вселенной. Он будет представлен в 3-й зоне, ближе к звездам. В рамках международной выставки форума «Россия» запланирована обширная образовательная, культурно-развлекательная и деловая программа. Конечно же, наша республика гордится и славится не только ее жителями, красотой природы, но и достижениями в самых разных сферах. Последние десятилетия отмечено высоким развитием промышленного сектора. Реализованы прорывные проекты в туризме, социальной сфере и сельском хозяйстве. Яркий тому пример – сады Карачаево-Черкесия. Каждый год республика получает высокий урожай фруктов, созданы новые рабочие места. Должен сказать, что люди настроены. У людей есть настрой, люди с позитивом собирают, и это радует. Совсем скоро, 4 ноября, территория ВДНХ станет главным местом демонстрации важнейших достижений России. Мы призываем всех жителей нашей страны найти возможность прийти на эту выставку, посетить ее, ознакомиться с многообразием нашей страны, с ее потенциалом, с возможностями. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.